Начнем выпуск с криминальных новостей. Укусил за палец. Кунгурским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Удмуртии, который 4 января применил насилие в отношении сотрудника госавтоинспекции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомашиной. Он был задержан сотрудником ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И при его задержании он оказал ему физическое сопротивление, в ходе которого укусил сотрудника полиции за палец руки. Обвиняемый имеет богатый опыт в криминальной сфере, был неоднократно судим, в том числе за убийство. Свои действия он характеризует как самозащита. По его мнению, его остановили лжеполицейские, и он оказал им сопротивление. Теперь, помимо лишения водительского удостоверения, мужчине грозит реальный тюремный срок до 4 лет.